Не секрет, что Крым – отличный плацдарм для космических открытий. Начиная с 1950-х годов, на полуострове создавали пункты управления для сопровождения спутников и будущих пилотируемых небесных аппаратов. Например, в Центре космической связи в поселке Витино, недалеко от Евпатории, исследовали Венеру и Марс, контролировали полет орбитальных кораблей. 76-й маяком. 76-й на связи. Внимание, циркуляр, начинаю подготовку к работам. Зал управления космическим аппаратом. Здесь идет подготовка к сеансу связи с Международной космической станцией. Отсюда данные поступают и обрабатываются в главное отделение. В сутки таких перекличек может быть больше 63. Недалеко от современных радаров и телескопов располагаются уже вышедшие из строя. Например, легендарный комплекс «Плутон» построен за 8 месяцев и не имел аналогов в мире. Эти антенны были выведены из эксплуатации в 2001 году. Сейчас нет необходимости их модернизировать. Больше напоминают о первопроходцах космического пространства. В основании антенн – поворотный механизм от орудийной башни со списанного крейсера. На ней – перевернутая ферма железнодорожного моста, а сами чаши крепились на корпусах подводных лодок. Радар использовался почти 4 десятка лет. Отсюда шло управление луноходами. Лазером измерялось расстояние до единственного спутника Земли. Оборудование располагается в войсковой части, которая занимается управлением космическими аппаратами. Тут же и установлен телескоп РТ-70, построенный 41 год назад. До сих пор он один из лучших в мире. Гигантская конструкция весом почти 20 тысяч тонн. Мощь этого комплекса поражает. Мы сейчас приехали сюда на лифте, и отсюда открывается прекрасный вид. Расскажите, на какой высоте мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся на высоте 21 метра. Если пересчитать, это всего лишь навсего высота семиэтажного дома. А что за бетонные плиты и рельсы перед нами на площадке? Рельсы – это то, что осталось с момента строительства данного комплекса, данной антенны. По этим рельсам ходил специальный кран. А бетонные плиты – это основание, на котором собиралось само зеркало антенны. Технологии, которые применялись при строительстве комплекса, используются и сегодня в важнейших объектах. Одной из технологий, которая широко известна и близка жителям Крыма, это то, что при строительстве данной антенны были использованы сваи, которые, так сказать, сращивание с грунтом, и спустя 40 лет данная технология использовалась при строительстве Крымского моста. Подъем на телескопе занимает 15-20 минут при пересадке на лифте, а затем нужно взобраться по вертикальной лестнице. Главная особенность этой чаши в том, что она может вращаться в двух плоскостях. И вот, наконец, мы добрались до края этой чаши. Высота ее 86 метров. Это самое высокое сооружение в Крыму, которое построено руками человека. Высота здесь чувствуется. Поверьте мне, даже кружится голова. Это антенна комплекса «Сатурн». Кстати, она должна быть знакома постоянным зрителям одной из важнейших информационных программ страны. До 1975-го управление всеми межпланетными кораблями осуществлялись из Евпатории. Только тогда это была государственная тайна. Расскажите, какие интересные истории связаны с этим местом? Ну вот, допустим, одна из занимательных историй – это то, что до 1975 года дикторы Центрального телевидения Советского Союза, когда говорили фразу «говорит и показывает Москва», на самом деле говорила и показывала Евпатория. В музее собрано множество экспонатов, личных вещей космонавтов и конструкторов. В музее есть книга для почетных посетителей. В ней есть запись первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Вероятно, это один из последних его автографов, так как 22 дня спустя он трагически погиб. На протяжении всей жизни с космосом не расстается и Валерий Аксенов. В 1968 году во время освоения небесного пространства его направили служить в Евпаторию. Мои первые впечатления были, когда нас привезли в Евпаторию на вторую площадку поселок Заозерное. И вот, вылезая из автобуса, значит, мы увидели, так сказать, возле контрольно-пропускного пункта, так сказать, несколько космонавтов, которые уже летали, которые знали в лицо. Занимаются в Крыму дистанционным зондированием Земли. Это непрерывное наблюдение за поверхностью нашей планеты. В зависимости от той программы, которая нужна Земле,
Можно решать вопросы, начиная от засоленности почв по сельскому хозяйству и состояния виноградников, до решения вопросов экологии, касается строительства, ну вообще во многих вещах. Навигационные системы, контроль пожарной безопасности, прогноз погоды. Сами того не замечая, в повседневной жизни мы регулярно взаимодействуем со спутниками. Их датчики дают возможность с большей точностью вычислить даже температуру океанов, участков суши и облаков. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня.